Всем привет! С вами киноплощадка и Медведь. Сегодня мы посмотрели фильм 2002 года под названием «Машина времени». А вы знаете, что режиссер этого фильма Саймон Уилс, который является правнуком Герберта Уилса, знаменитого фантаста? Что режиссер этого фильма Саймон Уилс так переволновался и переутомился, что попал в больницу. И остальной фильм заснимал Горбер Бинский, который известен вам по «Пиратам Карибского моря». Этот фильм о гениальном ученом, который построил машину времени, чтобы предотвратить смерть своей возлюбленной. Но у него это не получается, поскольку во всех реальностях она умирает. Но он случайно перемещается в будущее, где с ним происходят приключения и опасности. А вы знали, что если посмотреть, то в комнатах главного героя Александра можно найти портреты Герберта Уилса в качестве пасхалки? А вы знали, что в фильме гениальный ученый по имени Александр, который является создателем машины времени, в книжке у него нет имени, его просто называют путешественник по времени. Австралийский актер Гай Пирс очень хотел получить эту роль. И выполнял все свои трюки в фильме исключительно сам. И даже во время битвы с Морлоком он сломал себе ребро. Всем пока, ставьте лайк и ждите наших новых кинообзоров.